Адвокаты проведут бесплатные консультации 24 июня к столетнему юбилею. Малообеспеченные смогут получить юридическую помощь в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права. На сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за непогоды. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Местами прогремят грозы и пройдут сильные дожди. Возможно падение деревьев и обрушение конструкций, а также обрывы линий связи и электропередач. У братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами, 22 июня пройдет митинг-реквием, приуроченный ко дню памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа. Мемориалу возложат цветы. Начало в 4 утра, а уже на 12:00 запланирована всебелорусская минута молчания. В Бобруйске 25 июня пройдет прямая линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Задать вопросы по теме ЖКХ можно с 9 до 12 часов. Номера телефонов доступны на сайте исполнительного комитета. В городе продолжается ремонт Ульяновской. От 50 лет в ЛКСМ до Орджоникидзе. Срезали старый асфальт, сейчас кладут новый. Водителей по-прежнему призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать авто у обочин, чтобы не мешать спецтехнике.